За последнюю неделю овощная продукция резко упала в цене. Это касается как импорта, так и отечественного урожая. Какие овощи, насколько подешевели, а какие держатся, смотрите в сюжете Евгения Меглея. Праздники прошли, и цены на овощи резко упали, особенно на огурцы. Насколько снизились цены, узнаем на рынке «Привоз». Сегодня оптовая цена на огурцы варьируется от 12 до 15 гривен, в зависимости от их качества, говорят продавцы. Хотя еще неделю назад они стоили в два раза дороже. Такое снижение цен связано с ростом предложения на рынке. Огурец сильно упал. Очень сильно упал огурец. Ну, в последнее время цены упали очень сильно. Огурцы на Пасху были по 60, сейчас стали 18 гривен. Но огурец до Пасхи был 60 рублей, сейчас 15 гривен. Цены на зелень также упали, но значительно меньше, чем на овощи. На гривен 5-6, можно и на 10 упали. Вот базилик был 20-25, сейчас он стал 20-15. Петрушка была 10, сейчас была по 8, по 5 даем. Это белгороднестровские цены очень хорошие. Можно доступно все купить. Вдвое упал в цене и редис, который еще неделю назад стоил 40 гривен за килограмм. Ну, кабачки упали на 25 рублей, 20-15, смотря какой кабачок. Сорта, это эскантеры, он хороший, лучше. А помидоры? А помидоры 20, 25, 30. Ну, 50 это мелкая такая симпатичная помидора. Кабачки были 45-50, сейчас тоже по 20. Помидоры еще немножко держатся в цене, потому что это привозная помидора. Наших еще нету. И пока 45, через 50. Картошка молодая тоже была 60, 55, сейчас по 35 и 40. На Пасху, буквально неделька. И цены упали в два раза меньше. Была картошка 50-60, сейчас остался 40. Потом кабачки был 35, остался 25, торговая продажа. Помидоры трошки упала цена, потому что они нема сбыта. Людей вообще нема. Дивіться, пустий привоз. А сильно упали помидоры? Ну, не. На гривні в 20. А вот свекла и морковь в последнее время в цене только выросли, ведь их сезон подходит к концу. Буряк сильно поднялся, буряк, морковка. Где-то наполовину поднялась. Да. Продавцы уверены, цены на большую часть овощей будут падать. Ведь после праздников спрос снизился, а предложений наоборот больше. Поэтому стараются как можно скорее сбыть импортируемые тепличные овощи, пока не появились отечественные сезонные аналоги. Евгений Меглей, Евгений Ячменцев, 7 канал.